Я уже объездил много стран и побывал в разных интересных местах. Видел пирамиды в Египте, Тадж-Махал в Индии, Великую Китайскую стену, храмы в Японии и многое другое. Я собрал много сувениров и воспоминаний из этих мест. Но есть одна мечта, которую я так и не смог осуществить. Это поездка по России на поезде по Транссибирской магистрали. Это самое длинное и захватывающее железнодорожное приключение в мире. Почти 9000 километров, 7 часовых поясов от Москвы до Владивостока. Я хочу увидеть красоту нашей страны, посетить уникальные города и села, познакомиться с разными культурами и традициями. Хочу также встретить множество интересных и необычных людей, которые поделятся со мной своими историями, секретами и мечтами. Уверен, что эта поездка изменит мою жизнь.
Дорога серая